Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Межмуниципального управления МВД России Красноярская при силовой поддержке сотрудников СОБР Росгвардии было проведено оперативное мероприятие по пресечению незаконной игровой деятельности. В одном из жилых домов в Советском районе в цокольном этаже полицейскими был обнаружен игровой клуб, в котором находилось как минимум 20 игровых автоматов, один покерный стол, фишки, карты и денежные средства.